шла второй год. Бои приблизились к берегам Волги. В ноябре 42 года советские войска перешли в наступление и замкнули кольцо вокруг 330-тысячной немецко-фашистской группировки Паулиса, более 4 месяцев осаждавшей Сталинград. Это было началом коренного перелома в войне. Ставка Гитлера стремилась любой ценой вновь захватить стратегическую инициативу, прийти на помощь своим окруженным войскам и во что бы то ни стало удержать рубежи в районе Сталинграда. Мы рассказываем только об одном сражении этой великой битвы. Все девки твои! Оса! Оп! 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 Не мешайте, товарищ лейтенант! Молодец, Сюргуненко! Ну, оп! Танцы! А где комбат? Туалет, товарищ лейтенант! Ну что, он правильно делает? Пробирает кореши. Сейчас бы избенку потеплее, да бабенку посмелее. И в парке чаир. А у Нечаева все одна, Ари. Во флоте чай шоколадами кормили, а? Вот и кабелировал. Не так грубо, кореш, что ты в этом понимаешь? В парке чаир. Расцветает миндаль. Ну, дал жизни, Сергуненко. Да ладно. Молодец. Смотрите, кто идет. Санинструктор, вы к нам? Мы рады вам, Танечка! В парке чаир распускаются розы. В парке чаир распускаются розы.
расцветает миндаль. Помогай, ребята! Снятся твои золотистые косы, снится веселая звонкая даль. Первая батарея, что у вас здесь происходит? Лейтенант Дроздовский, можно спросить? Когда вы окончите процедуру, я хотел бы к вам обратиться. Обращайтесь. Ваша батарея может мне уделить внимание? Что вы на меня так смотрите? Ах, Танечка, не хотите вы выслушать простую солдатскую душу? Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер 8. Шеи нет? Дорогая Танечка, в нашей батарее абсолютный порядок. Не тот адрес. Как сегодня спали? Никто не мешал? Много болтаете, Нечаев. Не понимаю, сержант, почему вы все время поете про какие-то розы и косы? Давай ответ, сержант. Владивосток, увольнительный на берег, танц с площадкой в парке Чаир, тарарира. 3 года прослужил под это танго, Танечка. Ах, какие девушки были во Владивостоке. Убийца можно. Воздух! Бессера! Отползайте от вагонов! Володя! Володя! Диск кончился! Володя! Володя, прошу тебя, не вставай! Володя! 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 Не мешай. Ну не мешай, тебе говорят! Что? Что с пулеметом? А, лейтенант Кузнецов, что же вы не стреляете, один Дроздовский? Из чего? Из пистолета? Санитар! Санитар! Меня! Батальон! Выходить на дорогу! Первая батарея к вагонам! Ничего. Сочтемся. Продолжайте, Семен Иванович. Положение на юго-западе крайне осложнилось. 12 декабря, создав трехкратный перевес на узком участке фронта, при массированной поддержке авиации, имея 5-6-кратный перевес в танках, противник прорвал фронт, форсировал реку Аксай и за 3 дня боев продвинулся на 45 километров в направлении к Сталинграду. Разрешите, товарищ командующий? Разрешите. Командира дивизии Деева. Есть! Где прикрытие с воздуха, подполковник? Товарищ генерал. Где наши истребители, я вас спрашиваю? Только что улетели, товарищ командующий. Грош цена такому обеспечению. За такое обеспечение отвечает головой подполковник. Виноват, товарищ командующий. Начальник контрразведки. Я, товарищ командующий. Полковник Осин, прибытие следующих эшелонов под вашу личную ответственность. Принимайте любые меры. Есть. Идите и выполняйте свои обязанности. Слушаюсь. Значит, перед немцами только река Мышкова, а дальше ровная степь до Сталинграда. Когда возможен подход противника к реке? Соседняя армия отходит, ведя ожесточенные бои. Не исключено, что немцы могут подойти к реке уже этой ночью. Что же получается? Если они рассекут нашу армию, то танки Манштейна, это расстояние в 45 километров, могут пройти за 1 сутки и соединиться с группировкой Паулюса. Что тогда? Тогда обстановка решительно изменится в пользу немцев. Если немцы прорвут оборону на Мышкова раньше, чем успеем подойти мы, и развернут свою армию на правом берегу, они сомнут нас. Это тоже очевидно. Что у них в первом эшелоне? В первом эшелоне наступает 57-й танковый корпус в составе 4 дивизий, в том числе 2 танковые. Предположительно, 400-450 танков. 450 танков. Разрешите?
Товарищ командующий, выгрузку закончили. Значит так, полковник. Ваша дивизия к концу дня должна занять оборону на рубеже реки Мышкова. К вечеру вкопаться всем в землю. К вечеру? Ну, товарищ командующий. Приказ не ясен? Ясен. Взгляните на карту, полковник. Вот немцы. Таким образом, единственная для них преграда – это река Мышкова. Дальше ровная степь до самого Сталинграда. Поэтому ваша дивизия должна занять оборону на реке до подхода немцев к этому рубежу. Упредить их. Промедление смерти подобно. Все ясно? Ясно. Всю артиллерию, за исключением армейской, поставить напрямую наводку в боевые порядки пехоты и выбивать танки. Это основная ударная сила немцев. Свои танки введем в бой лишь в кризисный момент, а до этого беречь, как зеницу ока. Понял, товарищ командующий. Вы как, командующий артиллерией? Товарищ генерал, не останемся ли таким образом без артиллерии после первого боя? Знаю, чем рискуем. Лучше остаться без единого орудия, генерал Ломидзе, чем пропустить немцев к Паулюсу. Поэтому повторяю, в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боев. Вопросы? Значит, на передовую топаем. А немец далеко? Не торопись, на тот свет успеется. Да, закрутил шарманку. Холодно, а к вечеру мороз еще сильнее ударит. К вечеру мы немца сами ударим, не замерзнешь. А передовая далеко? Придем, не промахнемся. Подтянись! Подтянись, ребята! Черт, это эскимо. Попало в горло. Холодное, понимаешь? А ты что, любишь эскимо? Ну. Брось Гога, а то попадешь в медсанбат. Медсанбат уже. Никогда. Черт, черт. Товарищ лейтенант. А вам, санинструктор, советую пересесть на повозку санроты. Хорошо, я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте без меня. Да зачем же в санроту? Садитесь на передок орудия. Что? Лейтенант, найдется у нас место для санинструктора. Для санинструктора может быть исключение. Если вы устали, садитесь на передок второго орудия. Да кто вам сказал, что я устала? Просто очень пить хочется. Хотите глоток? Давай. Для бодрости. Уханов! Что вы предлагаете? Уберите фляжку. А может быть, я хочу? И вообще, что вы меня опекаете? Вы что, ревнуете, да? Я не могу вас ревновать. У вас, кажется, муж. Какой муж? Впрочем, простите, это не мое дело. Но я был бы рад, если бы у вас был муж. Какая чепуха! Если муж, значит дети. А это совершенно невозможно на войне. Я хочу, чтобы вы знали об этом, Уханов. И вы, Кузнецов, тоже. Просто я вам обоим верю. Мы запомнили. Тогда спасибо вам, мальчики. С вами можно воевать. До свидания. До свидания. Освободи путь, дай проехать! Убирай свое железо с дороги! Они же лыка не режут! Вот что нажрались! Никак, генерал. Командира танкового подразделения ко мне. Я жду. Неужели это ребята из приданного танкового корпуса? Что же они, орлы, такие тут столпотворения устроили? Вот те раз. Танковый корпус еще на станции разгрузки. Здесь его машин не может быть ни при каких обстоятельствах. Генерал! Ты меня, майор, на пушку не бери. Не первый день воюю. Давай, давай, танкист, шагай. Пьяный? Нет. Товарищ генерал, норму я. Норму. Номер части и звания? Отдельный 105-й танковый полк, 1-й батальон. Командир 3-й роты. Как это 105-й? 105-й полк придан другой армии.
и держит оборону впереди. Обороны там нет, товарищ генерал. От моей роты осталось 3 машины, 2 пробоины. Немцы заняли станицу. Я с остатками роты вырвался, товарищ генерал. Вырвались? Куда вырвались? В тыл? А где весь полк? Тоже вырвался? Я не знаю. Я не знаю, кто вырвался, товарищ генерал. У меня связи не было, рация не работала. Я не мог. Что еще можете сказать? Майор Титков, арестуйте. И как трусов трибунал выполняйте. Товарищ генерал. Божичка, проверьте, в каком состоянии у них танки. Есть, товарищ генерал. Почему задержка? Командира ко мне! Чья машина? Младший лейтенант Беленький. Машина артснабжения, остановка по неисправности. Сколько вам лет, лейтенант? 18, товарищ генерал. А что? А что? Сколько еще стоять будете? Не знаю, товарищ генерал. 5 минут на разгрузку снарядов и очистить мост. Пустите меня к генералу! Ясен приказ? Пустите! Да. Товарищ генерал, товарищ командующий, я прошу меня выслушать! Рация не работала, товарищ! Петр Александрович, прошу тебя. Молодой, в общем, парень. Видимо, был в состоянии прострации, но понимает, что совершил преступление, осознает. Я только что с ним говорил. Прошу тебя, не так круто. Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич. А ну, пусть подведут танкиста. Хочу еще раз взглянуть на него. Майор Титков, Лёд. Подведите танкиста. Ну что ж вы молчите, говорите. Сейчас. Товарищ генерал, я жизнью, кровью искуплю. Не оправдаю расстрелять. Только поверьте, товарищ. Достаточно. Немедленно в танки вперед. Залезай в танки, молись Богу, проскочила. Я... Идите, спасибо. Восемнадцать, а что? В общем-то, мальчишка. Кто, танкист? Да нет, тот, что на мосту. Ну, 2-3 боя, и будет орел. Вы знаете, что бывает через 2-3 боя, Божичка? Война, товарищ командующий. У вас дети есть, Божичка? Нет, один я, как вольный казак. Вот то-то и оно. Простите, товарищ генерал. А у вас, Игнатьев? Ну, а как же, товарищ комиссар? Трое. 2 девочки и парень. Как же без детей-то? Это хорошо, дети. А у вас, товарищ генерал? Сын. Взрослый, поди. 20. А. Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Среди вышедших из окружения сына не оказалось. Пропал без вести. Не успели. Кончай ночевать. Батарея!
Приготовиться к движению! Еще немного посидите, пока впереди разберутся. А где Уханов? Пожевать бы чего. А старшину с кухни черти съели. Дармоеды, все вам жрать. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Подъем! Приготовиться к движению! Смирно! Равнение налево! Товарищ генерал, первый огневой взвод первой батареи первого дивизиона. Почему не строитесь? Чего ждете? Что-нибудь случилось, лейтенант? Отставших нет? Нет. Люди устали, товарищ генерал. Не понял. Люди устали, товарищ генерал. Вы лейтенант только из училища? Я воевал 3 месяца в 41-м. А теперь окончил артиллерийское училище. Училище? Вы же командир. Я не думал быть командиром. Ах, вот как. А кем же, интересно, вы хотели быть? Я не решил еще. Только школу закончил. Разрешите начать движение? Да, конечно, лейтенант. Только вперед. Командуй, лейтенант, поднимай своих орлов. Давай. Шагом марш! Шире шаг. А где Уханов? Да должен быть здесь. Не к девкам же рванул. А может, Танечка стихи читает, а? Затопали, славяне! О, вот он! Держи семечки, народ, у одной бабки разжился. Небось, голодные, как черти. Давай. А начальство? Держи, лейтенант. Бери семечки. Генерал бы. Знаешь, кем тебя можно считать? Ну, считай, дезертира поймал. Ну, упаси бог, лейтенант, подвести не хотел. Лейтенант Кузнецов, ко мне! Если что, на меня вали! Ты что, батарею позоришь? Богадельню устраиваешь? А я хочу спросить, где кухня, комбат? Все голодные? Это что за доклад, Кузнецов? В панику бросились? Плететесь на поводу у всяких Ухановых? Ни у кого я не плетусь. А что касается Уханова, он не хуже нас с тобой. Мы все-таки из одного училища. Лейтенант Кузнецов, стой, я приказал! Не кричи, комбат! Запомни, в батарее я командую. Это тебе не училище, церемониться не стану. Все ясно? Марш во взвод! Это смешно, комбат. Из одного училища они? Из одного. Далеко пойдет наш комбат. Не убьют, до полковника дойдет. Господи, когда это все кончится? Терпения моего больше нет. Чибисов, не отставайте, не отставайте, шире шаг. Ну что ж вы, Чибисов, нельзя себя так распускать. Шире шаг. Шире шаг. Сдерживай! Спуск! Орудиям! Сдерживай! Спуск! Тормоз! Все к орудиям! Всем подтянуться к первому орудию! Разобрать лямки! Ноги берегите! Сдерживать! Держать! Держать! Стой! Стой! Раза, осади! Держите орудие! Смотришь, Трагуненков, жарь кнута ей в раз очухается. Тебе кнута! Не видишь, что с ней? Кажется, передние ноги. Что же вы, ездовые, смотрели? До фронта ты не дошла, лошаденка. Почему остановились? Что с лошадью? Ноги у нее.
испугалась чего-то. Молоденькая еще, кобылка. Возьмите себя в руки, Сергунен. Ноги поломала. Оттащить с дороги и пристрелить. Вот людей жалеть надо, а он с лошаденкой. Сама виновата. Не дам! Не дам лошадь, в чем она виновата? Рубин! Раздява, стрелять не умеешь! Держи! Ладно, достанем еще лошадей. Трофейных. Правильно, Уханов. А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант. Рано еще. Все к орудию! Приготовиться к подъему! Вперед! Ну как, хорош? Еще немного. Устанавливайте. Взяли. Как дела, пехота? Здорово, артиллерия. Смирнов Сергей. Можно просто Серега. Кузнецов Николай. Значит, Коля. Завтра праздник, вместе встречать будем. Завтра? Думаешь, сегодня? Не успеют. Сам-то откуда? Вообще-то я из Москвы. Ого, из столицы. А из Таганрога знаешь такой город? Чехов там. Точно. Когда окопаешься, артиллерия, приходи, поговорим. Угу. Спирт есть? Ладно, зайду. Пока, увидимся. Увидимся. Еще немного надо. Ну что, папаш, отдохни малость. На природу полюбуйся. Ага. Обживаемся полегоньку, лейтенант. Влезаем в шар земной. Затихло. Ага. Или остановили, или немцы прорвали. Ну что, лейтенант, час, два, а? А кто это знает? Не все равно, час, два. Окапываться нужно как бешеным. Долби, ребята! А то раздавят здесь, как клопов! Первая батарея! Как вам не стыдно, старшина? Вы где были? Какой там еще стыд? Склады у черта на рогах отстали. Стыдите, словно одни воюете. Ты, шайтан, ты фриц, где ты был? Чего? Люди голодные. Ну, я тебе сейчас... Ты, ты чего? Умом тронулся, что ли? Я тебе повоюю. Под суд захотел. Да, Влатян, что произошло? Вам приехать, когда изволили. А, прибыли. Тыловая аристократия. Не политичных бойцов настраивайте, товарищ лейтенант. Я комбату Дроздовскому жаловаться буду. Косымов, он оружием угрожает. Жалуйтесь кому угодно, хоть черту. Быстро батарею кормить, вы! Знаток устала. Ну, вы на меня не очень-то шумите, товарищ лейтенант. НП где? Гога, покажи ему, где батарея, а то он опять на сутки заблудится. Вот ты, видал-миндал, вояки. Ну, посмотрим, как вы завтра запоете. Да ну! Никакой сознательности нету. Людей не жалеют. Косымов, идите на кухню, поужинайте, а я здесь посижу. Да нет, товарищ лейтенант, я еще 2 часа на пост постою. У нас в Южном Казахстане еще больше снега бывает. Ничего, не замерз. Там, наверное, другой снег. Тепло у вас, а? Да, совсем тепло. Степь, горы,
Весной трава так много, а цветы целый зеленый океан. А воздух утром чистый, как вода. Реки прозрачны. Рыбу хоть руками лови. Реки, горы. Хотелось бы все это посмотреть. Вот кончим война. Приедешь ко мне в гости. Если понравится, останешься совсем там. Нет. Я свое замоскворечье ни на что не променяю, Шакен. Да. Тишина какая-то странная. 41-го года не люблю такую тишину. А почему они не стреляют? Немец тихо идет сюда. Да, не стреляют. Разрешите идти на НП, товарищ лейтенант. Идите. Передайте Голованову ровики рыть в полный профиль. Когда понадобитесь, вызову. Как тихо стало. Слышишь, фитиль трещит. Интересно, чем все это кончится. О чем ты, Володя? Неужели тебе действительно интересно в этом взводе Кузнецова? Не понимаю. Володя. Уханов? Просто хам. Ладно. Не выгнали из училища, сделали сержантом. Кузнецов? Я представляю, что бы было, если бы он командовал батареей. Кухня запоздала, люди устали. Я с 7 лет, с 5, сколько себя помню, тренировал в себе волю. Я ненавижу эту расхлябанность. Мы ведь долго не виделись, а ты не о том говоришь. Ты же сам злишься, когда я часто около тебя бываю. Я понимаю, поэтому не хочу, чтобы ты злился. Не я придумал войну, и с этим я ничего не могу поделать. Ты хочешь, чтобы все знали о наших с тобой отношениях? Как командир батареи, я не могу себе позволить, чтобы обо мне ходили дурацкие разговоры и сплетни. Почему же я не боюсь? Да боюсь, не боюсь! Многие были бы рады, если бы я пошатнулся. Ты не знаешь людей, я их знаю. Ты иногда напрасно злишься, Володя. Напрасно? А то, что мы драпали до самой Волги, это как тебе? Да я плакал, понимаешь? Плакал, когда узнал, что Минск на 5-й день взяли. На 5-й день! Ну ты чего? Обиделась? Нет. Я слушаю тебя. Я боюсь. Что? Чего, милый? Мне иногда так страшно. Я не верю. Не верю, что ты меня любишь. Боюсь, что ты меня предашь когда-нибудь. Нет. Я тебя никогда не предам. Правда? Товарищ комбат. Кто там еще? Товарищ комбат. Товарищ комбат.
Из дивизии приехали. Полковник и дивизионный комиссар позиции осматривают. Почему докладываете так поздно? Думал, не к нам, не хотел вас с женой беспокоить. Молчать, Голованов! Вы что, спятили? Какая жена? Кто это распускает обо мне эти дурацкие слухи? Разведка еще не вернулась, но в поиск пошли очень опытные ребята. Товарищ член военного совета, докладывает командир батареи лейтенант Дроздовский. Батарея готова к бою. К бою. Отдаете себе отчет, лейтенант, что ваша батарея стоит на танкоопасном направлении, а позади Сталинград? Мы готовы умереть на этом рубеже, товарищ член военного совета. Вы комсомолец? Все командиры взводов и большая половина расчетов, товарищ дивизионный комиссар. Лейтенант Давлатян, комсорг. Тем более, вся жизнь у вас впереди. Дайте-ка. Идут. Черт-те сколько. Надо ехать, товарищ член военного совета. Ну, комбат, видимо, жаркое время наступает. Не страшно первый раз? Нет, товарищ член военного совета. Тогда прекрасно. Действуйте, комбат. Всем в укрытие. Ну, лейтенант, как говорят, пережить бомбежку. Есть. Всем в укрытие. 48. Что, папаша, тылом к земле тянет? Совладать не могу. А ты думаешь, что ни хрена не будет? Насыпай, успокаивает. Сам успокоюсь. Лейтенант, давай ты. Не хочу. На нас идут. На нас. Лейтенант, полюбуйся на папашу. Живы, Чибисов? Кажется, товарищ лейтенант. Живой вроде. У меня ведь дети, товарищ лейтенант. Пятеро. Нет у меня права умирать. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Чубариков, все живы? Товарищ лейтенант, раненый здесь. Раненый сюда пришел. Какой раненый? Вы что, контужены? Оглушила малость. Бомбят, он ползет здесь. С НП звонили. У Довлатяна орудие разбомбило. Двое убиты, пятеро ранены. Кто убит? Не знаю. Там они. Там они. Там они. Что? Что там? Что передать? Георгиев, я. Из разведки. Крови зайду. Ребята, скорее дивизию передать. Что? Что передать? Пашка! Что передать? Пашка! Танки! Танки! К бою, Чубариков, к орудию! К бою! Товарищ лейтенант, танки идут. Тихо, тихо, Чубариков, к бою. Что передать? Рубин, Сергуненков. Разведчика на НП к Дроздовскому. Есть. Не торопиться. Открывать огонь только на постоянном прицеле. Слышите, на постоянном? Ждать.
Волки. Чисто звери окружают. Лейтенант, 900 метров! Что же это мы? Мне танков не видно! Мне дым застит! Еще! Еще 200 метров! Товарищ лейтенант, комбат вас! Первому взводу приказано открыть огонь! Открыть огонь! Почему не открываете огонь? Куда стрелять? В дым! Заранее обнаружить батарею? Приказываю открыть огонь! Я лучше вижу отсюда! Гога, зачем? Зачем? Куда? Никак второй взвод накрыло! По танкам слева! Наводить в головной! Прицел 12 бронебойным! Прицел 12! Огонь! Прицел постоянный! Огонь! Постоянный огонь! Чубариков! Живой я! Евстигнеев! Евстигнеев! Что, оглушил его? Евстигнеев, наводить можете? Могу я, могу! В ушах заложило! Громче мне команду! Громче! Встать! Все к орудию! Встать! К орудию! Заряжай! Выше! Под срез! Быстрее, Евстигнеев! Бегло огонь! Грузденицы! Не ждать, Евстигнеев! Чубариков! Огонь! Что-то глаза песком забило! Не вижу я! Евстигнеев! Евстигнеев! Евстигнеев, беглый огонь! Не вижу! Уханов! Это Уханов! Шапку! Шапку дайте! Голову застужу! Танки слева прорвались! Танки на батарее! Замолчать! Все по местам! Разворачивай! Взяли! Орудие влево! Быстрее! Вперед! Еще! Быстрее! Быстрее! Выйдут в тыл, все орудия раздавят. Почему они не стреляют? Неужели все убиты? Да где они? Быстрей! До ворота не хватает, товарищ лейтенант! Евстигнеев, что? Да бруствер мешает! Я туда, Чубариков, за меня! Я к Довлатяну! Вправо! Правее, правее! К орудию! Касымов! Жить надо! Стрелять надо! Лейтенант! Стрелять надо! Кузнецов! Лейтенант! Милый! Таня, сюда! Заряжай! Я к панораме, а ты заряжай!
Снаряд! Снаряд! Слышишь? Я сейчас! Я только оттащу, я перевяжу! К орудию! Заряжай, я тебе говорю! Скорее из ящика снаряд! Почему два танка? Мы стреляли один раз. Почему два? Я ранен. Лейтенант. Таня. Таня. Таня! 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 Тебя оглушило, Таня! Ты ранена! Таня! Где Довлатян? Ранен. Где он? В землянке. Таня, помоги Косымову, а мне к орудию. К орудию надо. Надо. Что здесь делаешь? Я с тобой была. Уходи отсюда! Уходи отсюда к чертовой матери, слышишь? Не надо ругаться, лейтенант. Лейтенант, миленький. Хохлов, прикрой Черепанова! Атакуй, сбивай с плацдарма, не давай развернуться! Командующий. Товарищ командующий, танки прорвались на северный берег. Немцы на левом фланге вели свежие силы. Создалось угрожающее положение на флангах дивизии. Ввел в бой последний резерв, танковый батальон Хохлова. Ну что ж, решение принято, Деев. Полкам драться в любых обстоятельствах.
до последнего снаряда. Главное сковать немцев и уничтожать танки. Права отхода не даю. Для всех без исключения. Единственная объективная причина ухода с позиции может быть только одна. Смерть. Командующий к телефону. Вас командующий фронтом. Думаю, ясно, полковник. Ясно. Ну, если ясно, выполняйте, полковник. Бог войны! По мосту сжечь его к чертовой бабушке! Товарищ полковник, мост находится под нашим огнем. Верю тому, что вижу. Если танки проходят, значит мост цел. Вызвать напрямую пару «Катюш». Рискованно. Рискуйте. И чтоб через 20 минут духу от этого моста не было. Есть. Ты жив, лейтенант. Таня, прошу тебя, уходи отсюда, а мне к орудию, к орудию. Я тебе приказываю в землянку! Слышишь? Я туда! Я туда, я к Чубарикову! Может, кто еще жив? Еще Уханов! Уханов! Стой! Назад, Кузнецов! Куда? К орудию! Быстро! Убери наган! Ты что, ослеп? Не видишь, самоходка из-за танков бьет! Здесь накатник разбит! Нужны к Уханову! Подожди! Ты что, в панику бросился? Где противотанковые гранаты? На кой черт сейчас гранаты? Есть же орудие Уханова! А ты что думал? Будем отсиживаться. Гранаты сюда! Вот они, туточки. Ну, Сергуненков? Понял меня? Как же, товарищ лейтенант? Броском вперед, две гранаты и гадине конец. Слушай, комбат, 100 метров по открытому. Нужно, Сергуненков. Броском вперед! Сергуненков, прижимайся к земле ползком. Товарищ лейтенант, вас очень прошу, ежели что со мной, мамаше сообщите, мол, без вести я. У нее боли никого. Ну, Сергуненков. Готов я, товарищ комбат. А ежели ты, Рубин, коней мучить будешь, на том свете найду. Прощайте, пока. Вперед. Мне приказали, товарищ лейтенант. Все одно мне. Я свое прожил. Ах,
молодец, молодец, на рожон попер. Не выдержал. Не смог! Ну ты же видел, Кузнецов, что он поднялся. Зачем он поднялся? Не могу. Все из-за тебя. Что ты сказал? Теперь ты пойдешь. Сможешь. Хорошо, пойду. Да вы что, ребята? Уханов замолчал. Самоходка. Дайте мне гранату. Где граната? Стой! Дроздовский! Стой! Кузнецов! Кузнецов! Ловко вы, товарищ лейтенант. Как на бильярде. А вы что зеваете, Рубин? Что, ранен? Присыпало. Рубин, снимите его. Ничего, пусть. Сам в гости приехал. Рубин, со мной. Кузнецов. Куханову. Орудие цело. Снаряды кончились, черт их дери. Послал людей. Жив. Как я рад, что ты жив. Я тоже. Шапку надень, лейтенант. Простудишься. Потерял я ее, землей присыпала. Ты одна ж в руках у тебя. Прибыл в район сосредоточения. Когда вас ждать у нас? Пока не ждать. Наши предположения подтвердились. Основной удар по дивизии Деева. Но может быть благоразумнее бы переехать вам на НП армии? Как только сочту нужным. Прошу вас полностью озаботиться левым флангом. Контратакуйте на северном крыле. Черепанов! Я тебе сказал, пропускай через себя танки и стой! Ясно? Отойдешь на миллиметр, лучше сам себе 7 грамм в лоб пусти. Дошло, Черепанов? Знаю, что окружают, так что? Вся артиллерия у тебя там. Стоять, стоять, как... Хоть душа с тебя вон. Черепанов, Черепанов! Thank you.
Товарищ командующий, разрешите обратиться. Все вижу, полковник. Что можете добавить? Товарищ командующий, полк Черепанова, два арт-дивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении. На исходе боеприпасов. В полку майора Черепанова танки атаковали КП. Майор Черепанов ранен, связь оборвалась. Очень опасаюсь, товарищ командующий, что полк Черепанова не выстоит и часа сомнут. Прошу поддержки вашим противотанковым резервам. Пуговицу застегните, полковник. Что? Идите и застегнитесь, чтобы было видно, что вы командир дивизии. Эх, Петр Александрович, я понимаю дело. Положение Черепанова действительно катастрофическое. Незаметно, чтобы немцы скоро выдохлись. Вы очки-то оденьте, Виталий Александрович. А то ведь автоматчики по берегу ползают. Так и случайную смерть можно не увидеть с вашей-то эмоциональностью. Моя эмоциональность понятна. Там люди гибнут, а ты бессилен им помочь. Солдаты. А вы не помните, что они еще и люди? Нет, не помню. Не имею права. Иначе начну думать, что у них есть отцы, матери, дети, что их ждут дома. Тогда трудно будет на смерть их посылать, Виталий Исаевич. А приходится. Может, пора вводить резерв, Петр Александрович? Нет еще. Пусть тянутся до конца, тогда ударим. Держать резерв, пока есть возможность. Без него мы нищие. Кажется, стреляет одно орудие. Оно еще днем должно было погибнуть. Да, я помню, что они не только солдаты. И хочу надеяться, что они знают, за что здесь льется кровь. Выдержать хотя бы еще один час. Уханов! Я! Ко мне. Кто идет? Комбат. Ну? Снаряды кончились. Орудие цело, со мной четверо. У меня тоже четыре человека. Два пехотинца прибилось. А Таня? Землянки с раненым. Делать что будем, комбат? Драться. Чем? В штыки ударим. Они этого очень боятся, танки сейчас повернут. А что, Уханов, умереть боишься? Конечно, боюсь. Нахрена ж мне умирать? У меня мама дома, зачем расстраивать ее? Приказ был стоять насмерть, Уханов. Приказ никто не отменял. Это мы можем. Это нам расплюнуть. Насмерть так насмерть. Разъездились, гады. Снять бы. Да шум поднимать нельзя. А может, когда стемнеет, попробовать к своим прорваться? Пока автоматчики не прочесали. А что ты с ранеными делать будешь? Тоже верно. Снаряды надо искать. У Довлатяна на позиции должны остаться. В бой не вступать. Только в крайнем случае. Оружие раздать раненым. Все. Ясно. Вполне. Я на НП. Товарищ командующий, Черепанов убит. Два полка дерутся в полном окружении. Снаряды на исходе. Связь нарушена. Мне нужна поддержка. Дивизия гибнет. Выполняйте свой долг, полковник. Люди его уже выполнили, товарищ командующий. Хохлов убит. Черепанов убит. Наш долг, полковник, не пропустить немцев. Тогда прошу вашего разрешения. На что именно? Прошу вашего разрешения оставить на час НП дивизии, наведаться в полк Черепанова и самому принять решение на месте. Прорвусь с автоматчиками. Три броска и там. Значит, прорветесь с автоматчиками. Я еще недавно был командиром полка на Брянском. Вам сколько лет, полковник? 28, товарищ командующий. Так вот, хочу, чтобы вам было 29. Идите и исполняйте свои обязанности командира дивизии, а не командира полка. Слушаюсь. Как-то поделикатней, что ли, Петр Александрович? Не нахожу нужным искать другую форму, ибо содержание одно.
Считай, что от нас с вами зависит исход не только этой операции, но и гораздо большее. Тут не до леденцов. О каких леденцах вы говорите? Где вы их увидели? Люди без сна, обморожены. Воюют так, как ни в одном уставе не придумаешь. И не из-за страха перед вами они делают больше, чем может человек. Почему вы так несправедливы, так строги и беспощадны к ним? Перед живыми вы можете оправдаться. А вот что вы скажете мертвым? Я думаю о живых. Неужели это не ясно? Это моя обязанность, товарищ член военного совета. Я командующий армией, мне надо выждать, когда наступит предел. Кажется, уже предел. Нет еще. Товарищ член военного совета. Осин? Каким образом? Вы ранены? Пустяки, царапина. Как добрались? Северо-запад, товарищ командующий. Это единственная дорога, по которой еще можно проехать. Не стоило рисковать. Товарищ дивизионный комиссар, я бы не хотел мешать командующему. Можно вас на минуточку? Ну, в чем дело? Товарищ член военного совета, в связи с обстановкой в дивизии, вам, генералу Бессонову, необходимо немедленно оставить это НП и переехать на НП армии. Оставить сейчас? Да что за вздор? Я несу ответственность за вашу безопасность и безопасность командующего. Я тоже обеспокоен, но генерал Бессонов не из тех людей, которые, теряя голову, рискуют без надобности. Дивизия обречена. Вы же сами сказали об этом. Что я сказал? Доставьте полковника. Я говорю об осторожности, о случайности. Значит, вы обеспокоены, товарищ Осин. Я исполнял свой долг, товарищ член военного совета, и хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Ну, а поскольку долг ваш выполнен, уезжайте с НП, полковник, немедленно. Виталий Исаевич. Вот теперь слово за танковым корпусом. Немцы начинают выдыхаться. Как только они замнутся, ударим танковым корпусом. Я прошу вас, я здесь. Генерал Яценко в штабе, а вы поезжайте в танковый. Проследите, они должны вложить всю силу в этот удар. Я все сделаю, Петр Александрович. Выезжаю немедленно. Соедините меня с командующим фронта. Полковник Осин, я с вами. Я очень рад, товарищ дивизионный комиссар. А как же генерал? Поехали. Геннадий, послушайте, берегите его. Не беспокойтесь. Жми на всю железку. За Титковым он знает дорогу. Все будет в полном порядке. Километра три опасных. Проскочим. Надеюсь. Танки. Немцы впереди. Где какие немцы? Это наши 34-ки. Вперед! Назад! Быстро! Разворачивай! Вниз! В станицу! Назад! Назад! Скорей! Скорей! Быстрей, товарищ дивизионный комиссар. Вон они! Станицу слева обходят! Так, заходить за домик, Титков мы прикроем! Нет, Осин, это не выход. Да вы же понимаете, товарищ дивизионный комиссар! Понимаю! Бой примем здесь! Титков! Титков, вы... Товарищ дивизионный комиссар, вас ранило? Куда ранило вас? Неужели так быстро? Титков, что с комиссаром? Хоть мертвого, но вынеси, тащите за домики!
Feuer. Aber Mensch, bring doch etwas Holz. Großentor, wo steht sie noch? So wollen wir uns. Слышишь? Прорвали, значит. Немец зря петь не будет. Немцы под Сталинградом в окружении, а нас тут в колечко зажали. Утром прочешут автоматчики, что тогда Богу молиться? Надо что-то делать, сержант. Да не зуди, морячок. Нашел? Сколько? Три. Неси. Я лейтенанта посмотрю. Лейтенант! Это ты, Уханов. Утром познакомились. Серега из Таганрога. Приглашал спирт пить. Булькает. Брось, Уханов. Сегодня его, завтра нас. Мертвому спирт ни к чему. А дело у нас общее. Что там, фрицы? Кажись, похоронная команда. Своих собирают. Лупануть, может? Бессмысленно. Думаешь, все кончилось? Скоро каждый патрон считать будешь. И Таня здесь! А? Слава богу, вы пришли. Я очень ждала вас, мальчики. А Рубин где? Голованов? Голованов на МП с комбатом. А Рубина я здесь подожду. Можно? Нечаев, а? Ну-ка, стели брезент. Гулять будем. Ну-ка, Вань, давай за водой. Я не Ваня, я Вася. Ну, какая разница? Давай живо. Танечка, не уходите. Ей-богу, скучно без вас. Что некрасивое? Некрасивое? А у нас в роте санинструктор была, Клава. Тоже красивая. Вот это, папаша, трофей приволок, а? Не помирать же вам, не жрамши. Что значит мужицкая хватка? Ну-ка, смотри. О. Во, гитара тебе. Так. Ага. Я пойду, мальчики. Ну-ка. Ну, я пойду, мальчики. Обожди. Возьмешь. Вот. Раненым и себе. Спасибо. Я пойду. Ну, иди, иди. До завтра, мальчики. До завтра. До завтра. До завтра. Голованову и Чибисову. Давай по кругу. Голованова надо позвать. Не маленький, сам поймет. Начинай, лейтенант. За победу. Рад видеть вас живыми. Я тоже. За знакомство. А меня Митя зовут. Митя Тарасенко. Я из Запорожья. Город такой на Днепре. Знаете, наверное? Тоже. Очень рад был со всеми познакомиться. А я, если суждено нам здесь, попросил бы у Господа Бога перед смертью
бабу расцеловать. А ты что ж молчком, папаш? О лошадях перед смертью вспомнил. Этот прабаб. Игры, что ли, играете? Мало тебя, Рубин, петушок зад клевал. Меня-то он клюнул. За один раз всю мою жизнь война свихнула. Один на всем белом свете. Ясно. Заснуть, однако. Стреляли бы, что ли. Не заснешь никак. Уханов, ты в Крыму был? Не успел. Я тоже не был. Немцы сейчас там. Вина наши жрут. Вот война кончится, все в Крым и поедем. После войны жизнь должна быть замечательная. Ребенки вы, все-то вы наперед знаете, что будет, как будет. Сколь народу побито самого работящего. Сколь поломано всего. Сирот сколь. А кому кормить, а? Уж кто вернется, за других должен жить. Значит, обязан все. Исключительно справедливо, по-братски. А так ведь вроде предательство получается, что ли? Верно? Верно. Чибисова пойти сменить, а? Да оставь ты старика в покое. Чего сидим-то? Доходим. Бери, Геннадий, аккордеон. Заводи музыку. Давай, давай. Играйте, Нечаев. Играй, Ген, играй. Живы мы, значит, все. Играй. К орудию! Чибис, сюда! Что? Убил я его. Убил. Выстрелил я, они тоже пальбу открыли, немцы. Куда стреляли? Раненый? Ползет и ползет. Я его спрашиваю, кто такой он? Свой русский, а я, как поверить, выстрелил? Ну, кто знал, что попаду? Убил я его. Да вот он, господи! Вроде живой. Парень, слышишь что-нибудь? Что случилось? Что за стрельба? Ложная тревога, лейтенант. Попугал нас папаша. Вроде наш русский. Полз к орудию. Кто такой? Откуда? Ты кто? Подожди, комбат, санинструктора надо. Рубин! Я? Санинструктора сюда. Есть. Говорить можешь? Говорить можешь? Георгиев. Георгиев где? Утром. Георгиев, разведчик. Утром вышел к нам на батарею. Ты тоже разведчик? Обморожен парень весь, спирту бы ему. Там, в воронке, 100 метров, важный немец. Ясно. Как стеклышко. Вот что. Будем передвигаться группами. Кузнецов, возьми с собой двоих, я присоединюсь потом. Зачем всем-то рисковать? Троих и хватит. Прекратите советовать, Уханов.
Звание надо было сначала получить, потом советовать. Прекратил. Уханов, Рубин, за мной. Где раненые, родненькие? Я сейчас. Я помогу. Сюда! Парень! Парень, свои мы! Отпусти ты! Немец! Как они все о нем беспокоятся? Даже и фриц. А парню вроде хана. Verflucht! Löst die Fessel nicht! Ich bin Offizier! Похоже, немчишка-то чин. Вроде как матерится. Но. Vorsicht! Это цел. Как только стихнет, всем быстро назад перебежками к орудию. Зачем вы пришли? Только шум подняли. Пока я, командир, я отвечаю за батарею и за твою жизнь тоже. За свою жизнь я отвечу как-нибудь сам. Голованов, Елагина, за мной. Уханов, с пленным. Вы возьмите разведчика. Я Кузнецов, стану. Рубин, замыкают. Выполнять приказ. Давай. Пошел. Halt, Halt, da! Die Hosen auf dem Wagen! Machen Sie gut! Auf dem Wagen! Feuer! Feuer, Major! Feuer, Major! Halt, Major! Halt, Major! Уханов, немец жив! Жив, гад, на похоронщиков нарвались! Не стреляй! Не привлекай огня, немцы могут подбить! Бегом за танки! Бегом! А ну, бегом! Ну! Пошел рысью! Голованов! Таня, что? Таня? Таня? Что ты, Таня? Ранена? Молчит уже. Шапку. Шапку! Ей холодно! Чего? Таня, перевязку мне. Где Таня? Дроздовский, ты слышишь меня? Ты ранен? Что тебе? Оставь меня. Дроздовский! Зачем ты взял ее с собой? Что? Где Таня? Где Таня? Раненого взять и к танкам живо. Уханов. Уханов. Вернись.
Не гляди, тебе говорят. Сигареты. Eine Zigarette. Сигареты. Все из этой гадины. Ты что, лейтенант? Все из этой мрази. Это русского, это комбат. Да, лейтенант. Фриц, ты этот при чем? А помнишь? Немца расстрелять. Батарея открыть огонь. Ни шагу назад. Ты что, комбат? Уханов. Плохо мне, Уханов. Что мне делать, Уханов? Лейтенант. Лейтенант. Коля, это ты пришел? Коля, как я рад, что ты пришел. Ты даже не можешь себе представить, как я рад. Лежишь и ждешь. Просто тоска. Почему ты раньше не приходил? Не мог. Тебе лучше, Гога. Лучше, лучше. Теперь я буду жить. Уверен. Как жаль, что я не могу встать. Проклятый осколок. Как мне не повезло. Ты сколько танков подбил? 2, 3? Расскажи, как все было? Не знаю. Не считал. Я так хотел подбить хоть один танк. Почему я такой невезучий? Война еще не кончилась, Гога. Подлечишься в медсанбате, и все танки твои. Ты уже уходишь? Мне к орудию. Коля, я тебя жду, очень жду. Хоть бы медсанбат скорей. Да, и Таню, Таню пошли к нам. Я зайду потом. Чибисов, Святов, сами справитесь. Утром всех отправят в медсанбат. До утра потерпеть надо. Ненавижу, ненавижу, ненавижу! Товарищ командующий. Да-да, слушаю вас. Полтора часа назад на КП дивизии доставили нашего разведчика и добытого прошлой ночью языка. Что показал пленный? По его словам, вчера была введена в бой 17-я танковая дивизия из резерва группы армий Дон. Ну, выходит, как мы и предполагали, Манштейн использовал свой последний резерв. Значит, завтра утром мы ударим. Товарищ командующий! Товарищ командующий! Слушаю вас, докладывайте, Божичка. Веснин. Не может быть, где? Только что на КП прибыл майор Титков, сообщил, что член военного совета. Что вы молчите? Ранен, убит? Я вас спрашиваю, убит, ранен? Что вы онемели, убит? Да, товарищ командующий. По дороге наткнулись на немецкие танки. Начинаем, товарищ командующий. Человека не уберегли. Слушаю вас. Докладывайте, полковник. Товарищ командующий, справа развернулся танковый корпус резерва. Thank you.
командующий. Товарищ командующий, северная часть станицы полностью очищена. Молодцы. Мои ребята, мои, дышат, оказывается, молодцы. Это что за орудие? А это то, что еще вчера стреляло, товарищ командующий. Та батарея, где мы были, помните, в станице? Хочу пройтись сейчас по этим позициям. Вот что, Божичка, возьмите-ка ордена. Все, что есть, все. А вы, полковник, со мной пойдете. Слушаюсь. Товарищ генерал, полковник нужен. А что за полковник? Во, здоровый, злой, матерый полковник. Ты б его раньше доставил. Чем богатый, товарищ майор. Хлопцы, к вам я. Продукты привез. Хлопцы, кухня приехала. Хлопцы, кухня. Хлопцы, кухня. Хлопцы! Хлопцы! Одни убитые, товарищ командующий. И здесь никого. Должны быть. Стреляло же орудие. Товарищ генерал, сухари, водку для всех, а никого. Виноват, товарищ генерал. Должны быть хотя бы один. Есть живые, товарищ командующий! Даже много живых! Не надо доклада. Все вижу, комбат. Вы были там, в станице? Я, товарищ генерал. Главное было выбить у них танки. Выбивать у них танки. Это было главное. Божичка. Дайте 7 орденов Красного Знамени. Спасибо за подбитые танки. Спасибо. Спасибо. Все, что могу. Спасибо вам. Все, что могу. Все, что могу лично. Спасибо. Это я, кухня. Продукты привез, хлопцы. Где ж ты раньше-то был, старшина? На всю батарею. И хлеб, и тушенка, и водка, хлопцы. Товарищ комбат, что же мне с продуктами-то делать, а? Раненых накормите, скорик. Ага, нашел я их. В землянке обнаружил. Я сейчас, хлопцы.
Ну что, братцы, надо обмыть ордена, как положено, а? Где котелок-то? Ну, а как ордена обмывают? Так, наверное. А ты куда, комбат? Я сейчас. Оставь его. Не могу. Но за то, что живые мы. За то, что наши немцев жеманули. За то, что черта лысого им вышло. За победу, братцы. Пей, лейтенант.